Российская империя Виктории II на ваших экранах. У нас на дворе 1879 год. В прошлой серии мы активно занялись колониями. Посмотрите на нашу русскую Африку. Огромнейшая площадь. Население сейчас 53 миллиона человек. 213 почти миллионов итого. И многие просили распределение. Давайте посмотрим по национальности. 35,5% русских. Почти 21% других. 11% украинцев. Потом идет 7% пенджабцев. Почти 5% африканские меньшинства, 3% белорусы, почти 3% поляки. Дальше там идет хауса 2%, почти 2% маньчжуры, 1,5% арома и татары и ашкенази. Пуштуны потом идут, узбеки, таджики и яруба. Ну и под конец тоже литовцы под 1%. Я так понимаю, все другие как раз национальности, они входят просто в другое, их очень много. Но да, даже русские не большинство, 35% это не большинство, это всего-навсего треть. Многонациональная у нас страна. По рабочей силе до сих пор крестьян 50%, 28% всего-навсего рабочих. По религии 61% православных и 14% суннитов. И, кстати, 6% сикхов и анимистов 6%. Неплохо так, неплохо мы с вами живем. Ну и многие поддерживают консерваторов, потом идут либералы. Социалисты, кстати, активно пользуются поддержкой. Кстати, коммунисты 3% всего и либералы-анархисты даже популярнее коммунистов. Вот так вот живем. По грамотности 81,5%, хорошая армия, промышленность и престиж, по денежкам все тоже приятно, у меня они почти у нуля, потому что я тут ЖДшками решил застроиться, вот этот вот блок застроил, но остальное пока не хватает, надо будет подкопить и до конца провести индустриализацию, новый этап. У нас, кстати, в Сибири активно тоже железные дороги сейчас пойдут, так что не переживайте, даже в Сибири будет хороший транспорт. Ну а по поводу активных завоеваний, я, да, хочу взяться за Турцию, но знаете, какая проблема у меня? Бесчестие посмотреть. Во-первых, большой, во-вторых, принц террора у нас правитель. И из-за этого бесчестие у нас очень плохо падает. Да, в свое время я жил с умелым дипломатом, который его сильно ронял, а теперь, видимо, игра отомстила мне и дала принц террора. И теперь не знаю, когда. Когда-нибудь, надеюсь, этот правитель умрет и взойдет новый, и мы сможем избавиться от этого дебафа. Но когда это произойдет, я не знаю. Тут полный рандом с правителями, поэтому сколько он проживет, сколько нет, знать не могу. Ну ладно. Хватит об этом, давайте к игре. И да, ряд из вас заметила, американцы, вторая война за мир. Они воюют с Колумбией и Перу в надежде Чили присоединить и Парагвай. Они там помогают как раз Чили, Эквадору и Парагваю против Перу. Интересно, у них тут заварушки на самом деле. За мир в Южной Америке они воюют, правда воюют как-то слабо. Здесь в основном сама Колумбия воюет и Перу. Американцы так, мы типа есть. Так, завершился проект Суэцкого канала. Начинаем строить 75 тысяч, у нас так резко бамсы отобрали. И следом, сначала постройку Суэцкого канала осуществляли как 1000 лет назад с помощью рабочих сил. Однако позже машины взяли дело на себя. Экскаваторы начали использовать, строительство будет идти быстрее, а мы сами 100 очков исследования получили. Сообщение о братьях Карамазовых Достоевского. Престиж, но при этом и сознательность 7+1. Вот пораньше было с сознательностью, чтобы крестьянскую реформу принять. Сейчас с ней и так все хорошо. Кстати, у нас почти нет агрессивности, это меня радует. Принц террора все-таки в данном случае помогает. Жалко, что с бесчестием так хорошо все не идет. И да, вы, наверное, не заметили, может быть и заметили, но я до этого еще протектораты в Сибири не установил до конца. А теперь мы их с вами добиваем. Бамс, бамс. А, не везде, кстати. Или везде. Да, смотри-ка, вроде как все регионы. А, я один пропустил. Ладно, еще вот здесь вот надо почистить будет. А так, посмотрите. Наша с вами Российская империя всю Сибирь под себя взяли. Тут народу, конечно, очень-очень мало. Всего по 200 человек, но хотя бы так. Тоже неплохо. А завершили южную часть Суэцкого канала. Первая фаза. Ой, 75 тысяч. Грабят меня этим прям делом. Но я активно иду к рудийным платформам. Они мне открывают возможность закупки у империи Цин региона. Но проблема в том, что отношения я улучшить не могу. Видимо, из-за того, что у меня претензия на Туву. И пока я ее не заберу, не выйдет. Но попытаюсь. Так, а это что такое? За недовольство рабочих в Суэцком канале бедуины. Казна 50 тысяч до апреля 82-го. Нормально, на целый год просто работы прекратились. Поздравьте с новой великой державой нас. Это Японская империя, 8-е место. 159 армия, промышленность. Рожковник, кстати, выгнали.
Италию. Да, итальянцы слабее Японии. Вот это я понимаю. Кстати, они должны Бельгию скоро тоже выгнать. Ну и Пруссия вообще жесть. Пруссия это как Бельгия и Япония на данный момент вместе. А вот это сейчас вообще, вообще не вовремя. Серьезно, карта Панамского канала завершена. Начинайте строительство за 500 тысяч. 500 тысяч. Да, кто там? А, 200 тысяч я себе выдал и по 50 тысяч другие страны. Понял. Ладно, на время затянем пояса, видимо, включим огромнейшие пошлины и будем возвращать долги. Ничего другого не дано. А, здрасте тебе, малярия появилась. Время строительства Панамского канала. Ладно, надеюсь, мы с этим делом справимся. И, кстати, те колонии, которые в Сибири делал, они уже становятся все национальными полностью. Смотрите-ка, как быстро туда переехало много русских. Вытеснили коренное население и все. Теперь это официально наши земли полностью. Ну все, давайте со своими тоже людьми разберемся, займы все выплатим. Отлично. Больше никаких займов. Мы идем в плюс. Отношения с китайцами улучшил, больше нуля, и теперь русско-китайская конвенция нам с вами доступна. Она в 98 году по истории, да, произошла, а у нас чуть пораньше, на 15 лет. Пахнули. И вот оно. Порт Артур. Поздравьте нас. Небольшой плацдармик. Интересно, а есть какие-нибудь решения дальше, связанные с... А, нет, к сожалению. То есть можно было бы, конечно, Маньчжурию потом под себя, Желтороссию сделать, но у нас таких решений нет, только порт Артур. Завершаем вторую фазу Суэцкого канала. Ладно, хоть тут просит по 75 тысяч, это как бы радует. Я так понимаю, еще одна фаза, и Суэцкий канал будет готов. А вот это интересно. Турция вместе с Британией воюет против американцев, а что за заварушка-то хоть? А, война за создание турецкого протектората в Египте? Ничего себе. Турция съела этот регион, а теперь американцы пытаются его вернуть. Не, ну держите проход, я не против. Интересное дело. Да, американцам есть дело до Египта. Неплохо так. Да неужели это случилось? Мне дают возможность реформы выбрать. Ну и знаете, с чего мы начнем? Требования соцреформ? Это, конечно, классно, но я знаете, что хочу? Очень сильно хочу. Очень-очень сильно прям хочу. Избирательные права. Да, пускай они голосуют наконец-таки и выбирают партии. Надеюсь, при таком раскладе, да, можно будет в 84-м еще реформу провести. Отлично. Так, у нас с вами вводится ограниченная монархия. Ничего, все нормально, не переживайте. В истории, наверное, так же говорили. О, нет, ну почему? Почему вы флаг сменили? Ах, ладно. А, у нас тут от очков исследований плюс соточка, я понял. Феноменология у нас тут так повела наш мир. Ладно, давайте электричество откроем. Мы теперь с вами... А, не, мы Российская империя, между прочим, ничего не знаю. Мы все так же империя, все нормально. Вот это, конечно, выборы. Партия западников победила, набрав 95%. Нехило так. Вы политреформы не хотите? 38% за? А что как плохо-то? Кто так против реформ? Либералы 100% за, смотрите-ка. Коммунисты против политреформ? Они, то есть, против того, чтобы у нас голосовать могли все классы? Нехило так у нас коммунисты действуют. И социалисты почти все против, чтобы голосовали. Интересный расклад. То есть, социалисты и коммунисты против голосов. Кроме того, консерваторы тоже против и реакционеры. То есть, они все на одной стороне против либералов. Наоборот, голоса всех позволят выиграть там социалистам, например, тем же самым коммунистам, нет? Странная логика, но она такая вот. А у нас, кстати, открытие нефти в провинции Грозный. Нефть, я нашел нефть, море нефти. Ура! Нефть, кстати, это дело хорошее, она сейчас должна и у нас на территориях начать открываться, и в Африке ее где-нибудь найдем. Это хорошо. Кроме того, опять Пруссию пилят. Да. Ничего не меняется, бедная Пруссия. А следом Суэцкий канал. Строительство завершено 15 января 1885 года. По каналу проплыл первый корабль 110 престижа. О, вот это неплохо. Вот он, смотрите-ка, Суэцкий канал. Смотрите-ка, под нашим контролем. Так еще и красивенько, как теперь тут можем передвигаться. Должно неплохо сказаться, на самом деле, на бюджете, потому что он теперь... Плата-то за нами будет.
Ну и Плазар маломальски тоже хорош. Надо, правда, еще для красоты забрать у османов Стамбул и сделать его своим. Тогда будет вообще супер. Договор о постройке Суэцкого канала был подписан в обмен на денежную компенсацию в 10 миллионов. Чуется, меня ограбили? Вроде как деньги дали, но да ладно. И у нас тут марка «Герои Суэца». Ну давайте напечатаем в честь них почтовую марку. И вот она, почтовая марка в честь строительства канала. Ничего себе, по истории, то есть в 59-м и в 69-м году закончилось, а у нас такой 85-й год. Ничего не знаю. Я сейчас делаю на самом деле возможное глупое решение, но я хочу его сделать. Я отрубил себе субсидии для завода в списке. То есть для всех вообще. Теперь у меня полностью промышленность регулируется капиталистами. Они позакрывали очень много на самом деле заводов. И, кстати, большая часть из них военная. Кстати, нет, не большая часть. Большая часть из них та, которая смысла не имеет. Вот кто строит в своем уме текстильные фабрики там, где даже нет хлопка? Вы о чем? Вы о чем еще думали, капиталисты? Эй! Ну реально глупые просто. То есть вот тут можно расширять производство консервов, можно производство вина расширять. А они берут себе и делают не пойми что. Я бы единственный стеклозавод здесь вернул и поставлял бы все-таки уголь, потому что мне тут нужна цепочка для завода вин, но все остальное здесь смысла не имеет. То есть они реально позакрывали те убыточные производства, которые они не пойми где, как настроили. Ладно, мы сейчас промышленность потеряем примерно треть. Может быть четверть, ладно. Но они построят и улучшат вместо этого другую. Пускай уж лучше сделают качественную, но небольшую, чем некачественную и не пойми как работающую. Просто мы уже опустились на 600 очков почти по промке. Если что, у нас было 2400, а сейчас мы еще меньше. Мы уже даже уступаем британцам. Ну ладно, пускай. Перестройка промышленности делал такое. У нас тут восстание якобинцев. Достаточно масштабное, но по большей части это очень слабая армия. Но неприятность они, конечно, да, доставят. Тут ничего не скажешь. Ходи теперь тут с ними, разбирайся вот. Эх, что ж народу-то мирно не живется, а? Ребятки, вы чего мне мирно-то не живется? Все ж хорошо. Я вас не трогаю, вы меня тоже не трогаете. Все ж нормально. Но нет, вот встают что-то. Ух, посмотрите на это дело просто. Вот это я понимаю. Тут можно, кстати, выставить на подавление, на самом деле. Дайте выставим. Все, давите сами. Красиво. Всех повстанцев подавим. Ничего не знаю. У нас очень развитая страна, так что все хорошо. И договор по Суэцкому каналу очередной. И оползем. 40 тысяч кубометров глины. У нас тут, кстати, мировой кризис зреет. Бельгия решила Польшу выделить от Пруссии. Пруссия такая не. И в итоге за ней Франция и Австрия оступилась. Видимо, французам и австрийцам нравится Пруссию пинать. Они такие, не-не-не-не-не, Пруссию можем только мы пинать. Никакой там Бельгии, России, Британии это нельзя. Но я в итоге решил заступиться. И вроде как все плохо, будет скоро заварушка. Что там по французам? Ну, кстати, неплохая армада. Британцы активно помогать не будут, поэтому придется мне здесь стараться. Ну ладно, границы вроде как выставлены. Вытерпим. А вот и война. На поле боя мы решим, кто же прав. 1500 против 700. Сколько там надо? А, это даже не я войну веду. Я понял, это Бельгия войну ведет. Ладно, погнали в заварушку, раз такое дело-то. Немножко поразвлекаться, самое оно. При том, как я вижу, а я вижу вроде как неплохо, то тут ничего особо-то и нет. Я не знаю, стоит ли ходить в территории или не стоит. Ну не знаю, это рискованное очень дело, но давай попытаемся еще на территорию Австрии вступить. В итоге на меня здесь Пруссия нападает. Удачи тебе, Прус, ты че? Думаешь, у тебя удастся здесь победу одержать? В обороне-то, да, против меня? Ну, давай, удачки. А, не выходит. Ладно, тогда давай отсюда поддержим. Нападает и с успехом? Ты серьезно? У меня здесь... А, нет, у меня здесь войск-то сколько? Я чё думаю-то? У меня тут войск в запасах. Надо просто поближе подводить. Думаю, войск нет. А нет, запасов просто немерено. Подводи не хочу. Поддерживай, как говорится, только в путь. Вот все. Минус. А чё это ты надеялся? Думал победить? Ха. Нет. Во, минус армия. А ты куда это отступаешь? Вот сюда вот. А мы тебя сейчас примем. Вот так вот. Отлично. Здесь у меня защита ни в какую не идет, понял. Давай на поддержку.
Меня еще где-то атаковали? Да, вот здесь вот. Ух, как больно, больно, больно-то. Больно бьют. Счет здесь уже 17%. Я тут как бы активно сражаюсь. Британцы не помогают из-за этого. А, не помогают. Они помогают сливаться. А можно мир, пожалуйста? Бельгия, можно мир? Или ты прям хочешь так до соточки довести? Я до соточки воевать не собираюсь. Я даже мобилизацию проводить, если что, не собираюсь. Я немножко свои планы, знаешь ли. Не истощаться в этой войне до такого. Так что я очень надеюсь, что ты передумаешь и не будешь меня заставлять здесь. Ой, да, страдать, видимо, заставят. Я понял. Не хотелось бы страдать, но, видимо, придется. Все, подписали в итоге мир, как я понимаю. И на каких условиях? А можно где-то узнать? А, мы были атакованы. Держава Бельгия приняла предложение. Все, безоговорочную капитуляцию. Я вот ради этого проливал кровь своих солдат, чтобы они признали безоговорочную капитуляцию Пруссии. Да, там уже где-то 40 очков было чисто благодаря битвам моим и осадам. А они так, белый мир. Понимаю. А вот то, о чем мне писали, циркуляр о кухаркиных детях. Делянова. И мы с вами уменьшаем сознательность и грамотность. Вот это, конечно, просто жесть. 92% грамотности на 83%. Не хотите променять? Обожаю такие ивенты. Просто так, резко 10% населения куда-то вжук, и все свои знания забыло. И, наверное, стоит ответить на ряд вопросов по поводу, почему я не иду в Китай. Его можно легко разгромить, с учетом того, что у меня сейчас есть пулеметы, так это вообще без проблем. Но! Китай — это слишком имба, я не хочу его на самом деле есть, потому что забери несколько регионов, где по миллиону, где важные торговые посты, ресурсы, там вроде шелка, и все, ты не просто, как я сейчас, миллионер, ты миллиардером здесь станешь вообще без проблем. Кроме того, есть его достаточно дешево, потому что тут Казбели за 10 всего. Даже не за 10, а за 5. Можно вот сейчас сразу же 3 региона от него забрать. 3, вздумайтесь, региона каких-нибудь богатых китайских, и все. Ты просто шикуешь и живешь. Да, я понимаю, что по истории Китая мучили, пилили, издевались над ним. Но не знаю, стоит ли это вообще делать. Максимум, да, можно проектом заняться вот по забору как раз Желтороссия. Здесь, кроме того, уголь есть, между прочим. Не самые богатые такие земли, но тем самым подровнять. Но здесь проблема, знаешь, в чем? Пентянь, посмотри, видишь, как выглядит? Здесь Хэлудян, то есть мне придется этот регион забирать и этот регион. Здесь внутренняя Монголия так вообще вот до сюда доходит. И я не знаю, здесь по регионам выходит как-то очень неудобно. То есть придется есть очень много. Мне получается внутреннюю Монголию, Джили, надо вот это вот все забрать, вот эти вот области. Раз, два, три, четыре, пять как раз. Чтобы у нас более-менее выровнялись границы. Это много. Да и, наверное, даже для красоты, а нет. Не, все равно будет некрасиво, знаешь? Все равно будет некрасиво. Урумчи еще надо будет забирать тогда, подравнивать. То есть очень много земель от Китая надо, притом бедных. Поэтому я сейчас лучше сосредоточусь и нападу на осман. Тут, конечно, в союзниках Британия, но у меня уже с Францией отношения почти плюсовые. Значит, могу с ней заключить союз и вместе попилим бритов. Единственное, мне придется сюда свести армаду, потому что бриты здесь прям готовы к будущему вторжению. Посмотри, сколько войск. Надо будет их сдерживать. А так, в Европе полное раздолье, они здесь ничего не смогут. Единственное, да, у османов придется забирать прям вот... 11, да, очень долго, потому что я не смог выбить Грецию, бриты не дают. Здесь как раз два региона, которые мне нужны. Дорого, но как есть. А на этом, я думаю, серию будем к концу подводить. 87-й год, я начинаю активно армию следовать, потому что промышленность я почти все передовое взял, кроме сборочного конвейера. Скоро у нас, кстати, откроют самолеты. В культуре все, кроме революции, в коммерции, кстати, почти ничего нет. Наверное, надо бы взять все-таки фондовый рынок, налогообложение себе поднять, эффективность управления, хотя на 100% эффективность управления, поэтому тоже смысла поднимать особого нет. Флотом все тоже хорошо, можно, правда, поисследовать дредноуты какие-нибудь и крейсера, ну, чтобы более-менее боеспособный был, кроме того, под лимит подбить атак. Все хорошо, развиваемся, сменили флаг, но при этом остались также Российская империя. Кстати, по партиям уже 40%. 2% без проблем либералы занимают, социалисты 22% с лишним процента, но реформ они пока особо не хотят. А надо бы, а то мы как-то по ним отстаем. Всем вам я хочу сказать спасибо за просмотр. Наверное, следующая серия будет чуть-чуть побыстрее, в том плане, что побольше времени буду пропускать.
Просто сейчас муторный этап начинается, когда тебе надо со сферами все время бодаться, бригады свои каждый раз комплектовать, это очень долго, нет никакой автоматизации, поэтому, да, приходится тратить время и силы на такие достаточно повторяющиеся действия. Но без этого никуда, приходится играть так. Я надеюсь, что панамский канал в скором времени достроится, а то уже очень долго я держу под собой Колумбию, не знаю, сколько еще тут бодаться придется. Здесь и британцы, и американцы, и французы лезут. Все мешаются. Кроме того, в это время мешаются с другими странами. Мне приходится туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Каждый раз жмякать просто сюда, тройную поддержку туда, потом туда, потом туда. И неплохая такая беготня выходит. И, кстати, с промкой 1900 выравниваемся. То есть я поддержку больше не делаю, субсидий нет. И более-менее они наконец начинают производство нормальное делать. Ну что ж, спасибо вам. Хотя на самом деле, вот это нужная вещь. Без вопросов. Но тогда здесь и завод боеприпасов нужен. То есть, видишь, как-то не очень логично строят промышленники. Но как есть. Я им доверюсь, они позакрывали большую часть заводов, но на место них пришли новые. У меня промка восстанавливается. В скором времени опять опередим британцев. Были 2,5, стало 1700, сейчас уже 1900, все нормально. Дадим британцам себя временно почувствовать великими, а потом скинем их опять. Хорошее же дело. Ладно, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.